Еще есть такое завершение продажи в стиле «поторгуемся». Наверное, каждому менеджеру или продавцу попадались такие клиенты, которые хотят что-то подешевле и приходится торговаться по цене. Поэтому использование методики «поторгуемся», даже если вы не можете сделать скидку, оно всегда удовлетворяет клиента, потому что он хочет что-то дешевле, и вы можете попробовать разыграть перед ним такой вот мини-спектакль. То есть человек говорит: «Я бы купил это кресло, если бы оно там стоило на 1000 рублей дороже». Вы говорите: «Я правильно понимаю, что если будет там 1000 рублей скидка, то вы готовы его заказать?» Я говорю: «Да». И вы говорите: «Хорошо, я сейчас уточню у менеджера». И вы отходите, например, уточнить у менеджера, ну, куда-нибудь там за угол, не знаю, в офис и так далее. Какое-то время клиент ждет, и потом вы возвращаетесь и говорите: «Вы знаете, я уточнил у менеджера, но, к сожалению, цена и так самая низкая, почти там по себестоимости, и нет никакой возможности, к сожалению, сделать скидку. Ну что, давайте оформлять». И клиент может сказать: «Да, я давно это кресло хочу», и, в принципе, либо вы это можете сказать за нее и завершать сделку. То есть здесь идея в том, что когда вы уходите, клиент сидит и думает: «Я хочу этот товар, будет классно, если получится получить его подешевле». То есть он надеется на скидку, и при этом он еще больше хочет этот товар, больше надеется на то, что он его купит. И чем больше у него желания, тем больше у него желания купить. Поэтому чем более эмоционально клиент привязан к товару, тем больше вероятность, что он это купит. Ну, вы выходите и говорите, что: «Друг, я попробовал сделать, ну, все, что хотел, все, что мог, я на твоей стороне, но, к сожалению, не получилось выбить скидку, поэтому давай закругляться».